Hello, my friends! Сегодня будет обзор на пиво, одно из самых популярных в Соединенных Штатах Америки, именно Bud, но казахстанского разлива. Алкоголь здесь 5 градусов, ну что, пробуем? Открывается крутилочкой. Цвет золотистый, почти прозрачный. Ароматика солодовая, есть, присутствует небольшая мыльность. Вот такое себе. Вкус ненасыщенный, небольшая сладость, профиль не ярко выраженный. Ну, такое посредственное пиво подойдет для утоления жажды либо запивания еды.